только началась. Задолго до виолончели. Сколько я себя помню. С детского сада, во всяком случае. Всегда стремилась подслушать музыкальные занятия других групп. Как-то тянуло. А виолончель именно... Мой отчим был виолончелист, очень известный педагог, методист Роман Ефимович Сапожников. Ну, как-то он принес домой виолончель маленькую, а я имела обыкновение слушать его занятия с учениками и, конечно, говорила, что я хочу тоже так же играть, как они. Ну, он так, полушутя, в общем, начал со мной заниматься. Но это оказалось, к сожалению, серьезно. Часто потом жалела, что именно виолончель, потому что рояль более любимый мой инструмент. И, к сожалению, и, конечно, не к сожалению тоже, потому что, конечно, я люблю виолончель все равно. Больше лет, то есть дать сюда все еще больше. Не, я посмотрел, но вообще я тебе скажу, что, в общем-то, я сделал так, как... Я понимаю, но так как он стареет все время, и я тоже. Понимаешь? Я играю каким-то кусочком. Потом волосы тоже не обрывались, как говорить. Мой инструмент... Инструмент замечательный, я считаю. Мастером итальянского Монтаньяно. Совершенно случайно я на него напала в Ленинграде. И просто влюбилась сразу на него. Но я играю на нем уже больше 20 лет. И... Очень люблю его, хотя злюсь очень часто на него, потому что безумно чувствительный ко всем переменам атмосферным. У нас такие сложные отношения, поэтому с ним требуется реставрация, конечно. Но единственный вот мой просто личный врач, получается. Ну, то есть это я говорю очень громко. Потому что, конечно, он не только мой личный врач. Вообще уникальный мастер. Это Анатолий Семенович Кочергин. Удивительно, чутко относящийся к инструментам вообще. Но мой инструмент, он знает вдоль и поперек. Любое его настроение, каприз абсолютно понимает. И его капризы, и мои, очевидно, тоже. Ну, просто мастер замечательного высокого класса. Единственный такой друг. Врач наших инструментов. Незаменимый для нас в нашей жизни совершенно человек. Только трещину посмотрел сбоку, которая... Я смотрел, это ничего. Я недавно проклеивал это все. Правда, это такой инструмент, он, конечно, влияние, конечно, климатических условий, они... Беспрерывно. Все время. Тем более, ты сегодня на юге, завтра... На севере, потом на востоке, потом на запад. Инструмент должен приспособиться.
Люблю выходить в зал, который я не видела. Мне обязательно надо хоть взглянуть. Ну, как-то и самой ощутить вот зал, как идет звук, как атмосферу зала, даже пустого. Особенно это связано, когда играешь с роялем. Это очень важно, потому что всегда струнные инструменты и клавишные. Трудное сочетание. Акустически трудное. Сейчас такой этап, в общем, когда новые вещи не очень часто я учу, потому что в основном репертуаром я владею, виолончельным, классический весь репертуар у меня в пальцах, в голове, поэтому я, в общем, когда какие-то программы составляю, я их потом учу заново, повторяю, получается, но повторение это в то же время всегда требует обновления какого-то интерпретации, потому что иначе неинтересно. То есть надо что-то для себя обязательно еще найти, возвращаясь уже к игранному сочинению. То есть это не то, что надо, а просто получается так, слава Богу. И поэтому какие-то новые задачи, и поэтому надо время опять на какое-то переосмысливание того же. Мне всегда интересно, например, играть с
Лисой Версалацией. Если что-то мне кажется совершенно замечательно, убедительно, естественно, я даже свои какие-то находки отставляю прочь, потому что мне кажется, что это она правильно идет там. Или она также ко мне, может быть, относится. Для чего это происходит, репетиция? Не только ансамбль поиск, а поиск общего какого-то, даже не подхода, а общего ключа какого-то к сочинению. И именно радость от этого, когда вот один находит что-то другое, мы как-то вместе еще глубже копаем произведение. Thank you.
Ну, началось с того, что уже 8 лет назад был детский концерт. Первый детский концерт, потом да, второй. В конце лета, чтобы да, дети все наши показали, дети, что да, они сделали за лето. Потом был второй детский концерт, а потом вот Наташа с Олегом пришли, я помню, и как-то стали говорить, а почему же только дети? А мы что? И вот уже 6 лет. Бесперебойно, несмотря на вашу, по-моему, трудную жизнь, да, чтобы не вплоть до отмены каких-то гастролей, насколько я понимаю. Безусловно. Неукоснительно проводятся наши фестивали, которые называются «Музыкальные собрания в Верхнем Пассате». В Верхнем Пассате. Ну, с этого начинается лето для всех. Да. И первый вопрос детей, когда они приезжают сюда, всех детей. А теперь уже и взрослых. Будет ли фестиваль? И так у нас проходит... некоторые дети, ну, как, например, Нюта, она просто так училась для себя на скрипке, но она так втянулась в эти концерты, в эту атмосферу, что она теперь учится профессионально в школе музыкальной. Нет, по праву действительно можно... Это явно, что для детей, во всяком случае, это большая польза. Начиналось все в Верхнем Пассате, вот в этом доме. Здесь состоялся первый концерт Натальи Гутман. Вот мы сидим сейчас концерт на сцене. Да, это рояль. Лирика. Здесь проходил, по-моему, Наташа, твой первый концерт сольный. О, сольный Бах. Вот сольный Бах. Здесь вот, зал. Там, вот программка. В той комнате публика. Как раз программка этого концерта. Угу. Вот, дети рисовали. Все подробнейшее, все части. Для нас всех это стимул было тоже поднять вот эту сторону фестиваля с программой. Да, чисто организационно, да, потому что делается, надо сказать, и надеюсь, это всегда у нас будет так, на совесть. Это совершенно точные программки, афиши, которые выглядят вот таким. Вот такие вот афиши. Да, и вот тут, это уже с третьего фестиваля, да, 83-й год. И вот последний концерт, например, фестиваля. Цезарь Франк, Марис Равель. Исполнители Святослав Рихтер, Наталья Гутман, Олег Каган. Thank you.
И будем писать, только проверив вот это место с ударными. Хорошо? Хорошо. Ладно. Потом вторую часть порепетируем, все-таки на самое трудное. А? Скажем, если 70-ю цифру. А? А то в прошлый раз как-то все это в разнобой. Вы в одном темпе играете, мы в другом. А? Тут уже и на автора не сошлешься. Давайте, 70-ю цифру. Игорь. А? Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Вас очень много. Мы с 70-й цифры начнем. Хорошо. А мы потом будем писать 4 такта до второй части, хорошо? Ну, это не очень хорошо, это трудно все. И, в общем, у нас был прекрасный кусок, насколько я помню. Но, тем не менее, сейчас 70 цифр порепетируем. Пожалуйста. Пожалуйста. Перестаньте разговаривать. Пошел. Такой безразличный. Мысли где-то в другом месте у всех. А? Воспоминания о поездке, триумф. Все-таки надо пора уже за ум браться. Как-то еще раз 70-ю цифру. Так нельзя это все на Шельмака. 70.
связи слияния с басовым голосом. Это лучше. Дело не в громкости, дело в массе, массе, звучащей массе. Такой пустяк, казалось бы, а столько решает всего. Давайте 572, повторим, а там, где первые скрипачи обычно заслушиваются солистку. Ведь причина понятна, а? У меня там сложилось такое впечатление. Да. Вы... Вы играть умеете каждый раз. Если... А дальше, мне кажется, наоборот, что вы. Раз, два, три, четыре. Да. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Вы играете медленно? Да. И здесь дальше медленно. Так надо? Не-не-не-не. Так надо. Да. Спасибо. Раз. Спасибо. Раз, жизнь, два, короче. Три, четыре. Да. Раз. А сейчас я разберусь. Два. А вы мне показываете, потому что я даже... Я вообще себя не люблю слушать. В принципе, у меня, правда, нет такого желания вот, например, поставить свою пластинку и послушать. Просто как-то не представляю себе, чтобы такой момент наступил. А когда записываешься по неволе, вынужденный слушать, как там звук, как звучит, что... И когда вот начинается вот слушание этих вариантов, постепенно как-то связь... Не с музыкой получается, а вот именно с микрофоном. Начинаешь думать, что вот да, вот это идет микрофон, а это нет, это фальшиво, это нет. Все время начинаешь отвлекаться на какие-то мелочи, и уходит состояние какое-то, которое нужно, которое бывает на концерте, когда никто не мешает. А новый концерт Шнитке, который он написал для меня, совершенно гениальный концерт, я считаю. Я чувствую тут очень много чего, но я не очень люблю о музыке разговаривать, к сожалению, мне не хватает слов, слова бедные. Но, во всяком случае, это, по-моему, какое-то сочинение особенное. Связано это с некоторыми событиями в его жизни, я думаю, тяжелыми, в связи со здоровьем. Несмотря на то, что это очень современная музыка, всегда меня восхищает и его глубочайшая связь, корни, ощущение того, что корни его музыки очень глубоко связаны с вообще мировой музыкальной литературой. Причем тут нельзя поймать, с кем именно и как именно, но ощущение такое, что это глубокий музыкант во всех аспектах. А потом этот концерт удивительно, уникально написан для виолончели. Это именно такой настоящий концертище для виолончели. Вот я его могу по трудности, по тому, как использован виолончель, сравнить только с, может, симфонией концертом Прокофьева, которая для меня остается одной из самых трудных в виолончельном репертуаре. И вот теперь у меня Шнитке, может быть, даже сейчас на первом месте по трудности. Всегда очень интересно иметь такое сочинение, где возможности виолончели не сужаются, а наоборот, расширяются еще.
Мне было безумно интересно и легко, и хотелось только играть и играть. И оркестр очень мобильный, моментально включался во все. Я очень довольна. Ну, про Геннадия Николаевича уж не говорить нечего. Играть с ним праздник. Я с Наташей работаю уже много лет, и каждый раз испытываю разные чувства. У меня эти чувства сливаются воедино, но они разные в то же время. Первое чувство – чувство удивления. Меня удивляет, как в одном человеке может совмещаться столько дарований различных. А почему они различные? Ну, скажем, хотя бы потому, и мне кажется, что это определяет уровень артиста, уровень артистизма. То, что она, как правило, никогда не бывает довольна тем, что она делает. Это очень редкое качество, хотя подразумевается, что любой артист недоволен своей продукцией. Это далеко не так. Многим, как правило, нравится то, что они делают, а ей не нравится. И это определяет уровень ее игры, уровень ее отношения к искусству.
Я должен сказать еще об одном очень важном факторе. Это о слиянии человека с инструментом. Это не виолончелистка и виолончель, а нечто единое, единое целое. Поэтому виолончель у нее поет, виолончель рассказывает, виолончель выражает душу артистки. Mm-hmm.